8 утра. Еще одна дорога к морю. Для тех, кто не любит ларьки. Или не любит, чтобы дети по ларькам ходили. Она, конечно, значительно короче и прямее, чем кипарисовая аллея. Утром по ней вполне комфортно пройтись. Хотя, конечно, покрытие местами отсутствует. Старый парк. Стоянки для машин. И тут тоже в тени деревьев стоянки для машин. И днем тут полно машин. Конечно, все подсохло. Я все удивляюсь, почему этот парк не благоустроен. Только сюда к летом не пускают погулять. Только по курортным книжкам. А вот в этом парке вполне можно было в тенечке укрыться в жару. Пара-тройка туалетов, скамеечки. Вот элементарно скамеек нет. Все заросло. Вроде как территория гостиницы Ай София. Хотя с чего бы. Вот уже и колесо совсем рядом. Ворота. Что-то, наверное, спортивное тут было. Картодром. Вот, надолбы стоят, чтобы не ездили. И тут тоже так же. Вот. Это значит гостиница. Себе местечко устроила. Вот я точно знаю, что здесь бы в туалет никто не ходил, если бы нормальные туалеты были поблизости. А так запашок. Вот корпуса Токсудак.
Вот территория прибоя. Отель, ресторан, ночной клуб. Приятное местечко, конечно. Разные регионы. О, финская машинка даже стоит. Туалеты по дороге. Ну вот и море. Что у нас сегодня? Типа купающихся. Мало. Собрано в замке. А вот здесь вот покупала пахлаву. Дорогая, но вкусная. 650 рублей за килограмм.